Ну чё, пацаны, как всегда, выпускаем ролик по изидропу, давайте, наверное, проведем какой-то конкурс. Ну, сегодня дадим до хрена денег, отдам 3 семерочки, то есть 777 рублей на киви кошелек. И тебе, короче, нужно написать 3500 комментов. Вот будет 3500 комментов и, ну давай, 3000 лайков, и я сразу же выпущу новую серию. Погнали. Здорово, пацаны, мы, как всегда, на изидропе с Фроксаем. С Фроксаем не как всегда, здорово, привет. Hi. Сказать, что ссылка на тебя в описании, или ты опять пиздешь? Так я не... Ну давай, в описании, да. Короче, ну 42 тысячи, пацаны. Я хочу сказать вот так вот, рефералочка, брат. У меня здесь уже 7 тысяч, пацаны, вы вообще нереальные. Я, поскольку здесь глобал, вообще нереальный, не ебический, у меня есть промокоды на 40%. Забирайте пачечку, в описании оставлю ссылочку. По моим промикам активируйтесь там и все, депайте нахер деньги. И... Надеюсь, вы выиграете. Что у нас на изидропе из нового, Сань? Топ пользователи там, это понятно. Это там есть один ютубер богатый, вот он. О, мажор. Короче. А зайди в свой этот, ну-ка, чего у тебя, кстати, потом? Ну, у меня мелочь. Чё там? Тут только у тебя в два раза больше, ну что ты? А мне такая. Так я проиграл 100 тысяч в прошлом. А короче, зайди. Тихо, но все. Тут добавили как. Пользователей. Колеса добавили. Да сейчас, только не подожди. Падай. Подожди. Фрикейс. Что это? 50 рублей, вот, да? Вот. Окей, получаем его. И давай сразу второй. Короче, прикольная система, пацаны. Колесо, как всегда, они сделали пиздатенькое. О, что это такое? Что это такое, бро? Скины, помнишь? Вот попробуй-ка получить, ну. Что получить? Блин, это следующий деп, то есть понятно. Нормально. То есть у меня не получилось бы это забрать. Ага. А у меня на 5. Ну хорошо, что оно мне вторым выпало, понял? Блять, у меня же на 5 хат. Ёб твою мать. Короче, пацаны, много бонусов, плюшек добавили. Давай зайдем в топ пользователя, как ты просил. Ну, кто богатый? Покажи. Полный. Ёб твою мать, отец. А где ты? Сколько? Подожми у Фарга. Вот что у него самый такой? У него Фарга это какой? Енот, вот. Вот этот? Ну. Так. Ёб твою мать, да иди ты. Ну, да, мы покупаем. Все, давай. Красавчик, на самом деле. Ну, без базару, блядь. Вот. Фаргасян жесткий. Пиздец. Давай, бро. Ну! Ну-ка, а где звук? Вот он, звук. Нет, тварь! Чувак. Я еще открываю, поебать вообще. Пацаны, мы сегодня просрём весь баланс. Весь. Чекайте, скриньте. Это мой дроп, это я. Я хочу золото. Вот, ребят. Еще. Пацаны, каждый кейс плюс 500 лайков к ролику. Давай. Гнида, тварь, изи дроп. Еще. Рот ебал. Чувак, а давай шанс ножа 80%? Давай. Что это такое? Чувак, тебе наваха выпала. Это не мне выпало, придурок. Да тут нету навахи. Вот она мне, вот она, девочка. Еще. Посмотри, она сейчас полто стоит. На. А. Давай еще. Сука. Еще. Опа! Еще. Пойдем шанс ножа. Нет. Хуер, ёб твой. Дешево слишком, ну-ка. Чё, блядь? Тихо. Ваня. Тихо, Витя, не. Виктор. Ребята, ну на самом деле я 80 тысяч замазал в прошлом ролике, обязательно гляньте его, это было жестко, но... Сейчас пора поднимать, да, согласен. Ну, да. О. Ну что, мы, наверное, одни перчи-то продадим, я думаю. Ну и бабочку. Откроем. Как? Да продавай бабочку, нахуй. Да, подожди, продать. Какую бабочку продать? Давай, шанс ножа 8. Давай. 5-100 раз давай. Да, опа. Да, чувак, да, повезло. Там хуёвый. Нет, ты хуёвый. Ты хуёвый. Там ты хуёвый, тварь. Ты не окупной, ты не понимаешь, что ли? Вот это пизда за нос. Так блин. Ты лох. 8 тысяч рублей, блядь. Гнида, я убью тебя, тварь. Ой, блядь, пока нахуй. На нахуй. Блядь, вот это за нас. Наверное. Ты крыса. Вот это. Да заткнись, вот ты мразь. Вот это да. Охуеть. Ну заткнись. Все, минус. Ну пизда этому кейсу, мразь ебаная. Нет, дурак, блядь. Тварь, крыса. Чувак. Не надо ругаться было. Не надо было ругаться. Это пизда, пацаны. Давайте 5000 лайков. Я передумал насчет трешечки. Ой, блядь. Так, иди ты к папе. Сколько денег? Иди ты к папе. Вот у меня... Бабочка, кстати, у меня такая есть. Я заберу, да, мне нравится она. Давай топ... Как? Как ты сказал, тварь? Кин? На нахуй. И продаешь. Нет.
Попки, да, да все, не даст, да не даст. Чувак, это золото. Клянусь в ноль, клянусь. Еще раз нажмешь в ноль, ничего не окупит. Давайте пойдем в топки. Ладно, уходим. Пацаны, ну это а будет. А там ЭП-7. О, керыч выпал. Хорошо нахуй. Изи дроп. Ту-ту-ру-ту-ру. Ага, керыч. Керыч. Кого тут ебись. Качу, нет, что ли? Я думал, там заполкнул. Ага, вот она, захотел. У меня уже бабочка. Только не, нет, 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 нет. Скам. Давай контракт с когтем. Давай. Давай контракт. Да какой контракт, тварь? Контракт. О. Годнота. Че у меня баланс не обновляется, слышь? Алло. Недостаточно денег. Но... Петух Ереван. Послушай, ты... Контракт. Чувак, ну... Да я не буду когать. Давай тычки, давай. Давай. Давай, блядь. Ух, не окупай. Давай, давай, давай. Мой контракт, блядь, жопой чую. Ну и, блядь. Давай в апгрейд ее нахуй. На 5000, блядь. Да? Давай сюда. Ну давай, блядь, давай, если мы... Шлюха, давай. Варёт, ебалой. Давай, чё заберём-то, слышишь? За 50 тысяч наклейку в бой хочу. Да я не знаю, что забрать, придурок. Нет, нет, нет. Я бабочку в контракт кидаю. Давай это откроем вот как бы, ну. Раз, два. Пацаны, бесплатные кейсы. А я, конечно, я их напоследок всегда, напоследок. Ну что это такое, алло? Вот сейчас без пизды кровавый спор, да, выпустить бесплатно? Кабу! Ну? Да. Ты. Смотри, ну баланс как-то фармится, пацаны, из бесплатных. Немножечко, конечно, в этот раз совсем хуёвенько, но... Но фармится. О! Ну да, заебись. Заебись. А там ЕМП, клянусь. Давай. Ну хотя бы за 2000 выпади, я бы хоть на конкурс пацанам забрал. Ну давай, изик. Ну заебал, ну смотри как. На руль. Тварь. На руль. Пожалуйста, Фруксай, подкрути. Подкрути. Пиздец, да что с кейсом? Под нож. Я не буду больше. Я последний оставлю на черный день, блядь. Чувак, давай, давай, здравое решение. Открой лучше золотой кейс. Ты тирофлишь. Да я же секрю золотой там. Ну ща. Чувак, а ты в топ-дропе. Ну опять, ставь. Опять, опять, тварь. Ну что это? Куда писать, чтобы пацаны начал выдавать, а? Как бы, ладно, тут без базару, конечно, но... Да, короче, смотри. Давай. Да. Мне повезет. Да? А мне почему не везет? Ну тебе нифига так нормально. Ну ладно, ладно, нормально, согласен, сына. Нормалды. Ой, ой, бля, ой, ой, ой. Глотнули, глотнули. 500 рублей, чувак, ну что можно открыть? Как можно купиться? Подскажи. Мне бабки скинуть на бабе. Бля, ну ты такой... Все, пацаны. В общем, мы все эти скины заберем. Ну, вы же знаете, это, как бы, что я показывать время тратить. Ну, спасибо вам за просмотр. Все ссылки есть в описании на Фрукса YouTube, на мои промики. Давайте EasyDrop все вместе грабить. Вон, заберу, смотри, какой скин прекрасный. Все, пацаны. Спасибо за просмотр, с вас лайки, подписки. Мы сегодня выебали сайт. Классика. О, да. Пока. Пока.